Сколько можно зарабатывать и что мне для этого нужно сделать? Именно эти вопросы возникают у людей абсолютно на любой презентации. Именно на эти вопросы я отвечу в этом видеоролике. Но прежде чем мы начнем, я очень хочу, чтобы вы сейчас сосредоточились на той информации, которую я вам дам. Инвестируйте 20 минут своего драгоценного времени в свое светлое будущее. Разберитесь с нашим предложением. Наша компания – это очень крутой инструмент, который позволит вам достичь ваших финансовых целей в самые кратчайшие сроки. Я очень надеюсь, что после просмотра этого видеоролика вы примете правильное решение и станете частью нашей компании. Первое, с чего стоит начать, с активации как минимум одного юнита в нашей системе. Стоимость одного юнита составляет 300 рублей. По факту это цена одной чашки кофе в ресторане. Но за маленькую цену вы получаете огромную ценность в виде трех инструментов автоматизации бизнеса в интернете. В дальнейшем их будет намного больше, но уже сейчас вы получаете интернет-визитку, конструктор лендингов и конструктор автовебинаров. Как вы понимаете, любой из этих инструментов стоит намного дороже, чем 300 рублей. Эти инструменты вы вправе настраивать абсолютно под любой бизнес и любой продукт. А самое важное, что вы можете перепродавать сервисы в рамках нашей партнерской программы и зарабатывать на этом неприлично большие деньги. Важно заметить, что мы прежде всего IT-компания, и сервисы являются нашей разработкой. И вы оказываете для нашей компании информационную услугу по продвижению этих сервисов в сети интернет. И мы, в свою очередь, за это выплачиваем вам комиссионные вознаграждения. Поэтому с точки зрения закона здесь все легально. Как вы понимаете, иметь один источник дохода в наше время – это самоубийство. Нужно иметь 2, 3, 4, 5 источников дохода. Так вот, в рамках нашей компании вы сможете получить 6 источников дохода. Итак, обо всем по порядку. Итак, первое – лифт-маркетинг, он же основной маркетинг. Лифт-маркетинг, он же основной маркетинг, работает по принципу живой очереди. Когда вы активируете свой юнит, он занимает место в конце очереди. И каждый следующий партнер, который будет активировать свой юнит, занимает место за вами. Простыми словами, мы одна большая команда, которая нацелена на результат. Задача этой команды – помогать друг другу. Сильные помогают более слабым. Все очень просто. Юниты, которые встают вслед за вами, выталкивают ваш аккаунт на более высокие уровни в нашем основном маркетинге, и вы начинаете получать денежные вознаграждения за прохождение этих уровней. Итак, давайте посмотрим, какие денежные вознаграждения у нас предусмотрены за прохождение каждого уровня. Итак, первые 5 уровней мы просто разгоняемся, и начиная с 6 уровня начинаем получать денежные вознаграждения. Итак, 6 уровень 300 рублей, 7 уровень 600 рублей, 8 уровень 1800 рублей, 9 уровень 3000 рублей и так далее. Самые интересные выплаты начинаются, пожалуй, с 17 уровня, уже свыше миллиона рублей. 18 уровень 2,8 миллиона, 19 5,6, 20 11,2 и 21 22 миллиона рублей. С ума можно сойти, не правда ли? Это еще с тем учетом, что ты можешь продвигаться по уровням, абсолютно никого не приглашая. Задача этого маркетинга – помочь людям, у которых нет результата в интернете, получить этот результат, чтобы у них был этот финансовый результат наконец-то. Потому что я знаю, что многие люди из компании в компанию переходят для того, чтобы получить свой финансовый результат, и этот результат мог как магнит притягивать к себе партнеров, и они смогли развивать партнерскую сеть. Конечно, самые большие деньги, они не находятся в основном маркетинге, они находятся всегда в партнерских программах. Самые большие деньги лидеры зарабатывают всегда по партнерской программе. Но когда у тебя есть финансовый результат, строить партнерскую программу становится намного легче, чем когда у тебя его нет. Я надеюсь, вы со мной согласны. Вопрос, который вас сейчас мучает, что же такое за кристаллы? Вход кристаллы, выход кристаллы. Для того, чтобы скорость продвижения по уровням очереди была намного выше, у нас есть технические аккаунты, которые создаются из этих кристаллов. Технические аккаунты создаются каждые 8 часов, появляются в конце очереди, производят толчок всей очереди наверх, после чего сгорают, происходит компрессия. Откуда берутся кристаллы? При активации одного юнита на баланс этого юнита начисляется 300 кристаллов. И каждые 8 часов происходит списание 3 кристаллов. Итого за 24 часа списывается 9 кристаллов.
Простая математика, и мы понимаем, что 300 кристаллов нам хватит на 33 дня. И как только система обнаружит нулевой баланс при очередном списании кристаллов, ваше продвижение в очереди остановится. И вас начнут обгонять другие партнеры до тех пор, пока вы не пополните баланс кристаллов, то есть не продлите юнит на следующий месяц. Для чего это нужно и какие огромные плюсы в этом есть? Первое неоспоримое преимущество – это рекуррентный платеж. Вы должны понимать, что мы с вами строим бизнес и занимаемся бизнесом, друзья мои. А в любом бизнесе, в любом, сфера услуг, ресторан, кафе, продажи, 70% прибыли – это повторные покупки. Это когда клиент возвращается к вам каждый месяц за вашими услугами или за вашим товаром. Если мы говорим с вами про сетевой бизнес, однажды проделанная вами работа превращается в пассивный остаточный доход. Если мы с вами построили партнерскую сеть, и она каждый месяц потребляет продукт, мы получаем с этого пассивный остаточный доход за однажды проделанную нами работу. И это очень сильно заметно в таком маркетинге, как живая очередь. Когда мы одна большая команда и формируем одну большую партнерскую сеть. Второе неоспоримое преимущество – это технические аккаунты, которые будут формироваться каждый месяц. Простой пример. Предположим, что в очереди над вами находится 10 тысяч партнеров. По принципу Паретто 80-20, как минимум 20% будут из них активно рекрутировать, активно приглашать новых партнеров в нашу систему. Почему они будут это делать? Потому что у нас есть другие виды партнерской программы, это оставшиеся 5, которые будут мотивировать их приглашать. Потому что по ним можно зарабатывать в разы больше денег, чем по основному маркетингу. Поэтому цифру в 20% рекрутирующих я взял по минимуму. Я больше чем уверен, что эта цифра будет и 40, и 50%. Чем больше партнеров будет рекрутировать в нашу компанию, тем живая очередь будет двигаться быстрее. Это важно понимать. Поэтому берем ответственность за результат в свои руки и начинаем прикладывать небольшие усилия. И еще очень важно заметить, что если из этих 10 тысяч человек часть будет рекрутировать активно, а я уже говорил, что 70% прибыли – это повторные покупки, то 30% людей не будут продлевать. Они забудут или не разберутся, или не захотят, или еще что-то. 30%, то есть 3000 человек остановятся в очереди, и ваше продвижение в очереди будет гораздо быстрее. Очень хочется, чтобы вы понимали, что это маркетинг – это работа в долгую. Это марафонский забег, это не спринтерская дистанция, где заработал, вывел. Здесь вы будете из месяца в месяц на протяжении долгого времени зарабатывать свои деньги, увеличивая каждый месяц свой доход. Вот это важно понимать. Настраивайтесь сразу на длинную дистанцию, друзья. Важно понимать, друзья, что маркетинг любой компании ты начинаешь понимать только тогда, когда начинаешь зарабатывать по нему. Я постарался вам объяснить эти сложные технические моменты, но вам и знать не обязательно. Все, что вам нужно видеть, это на каком уровне вы находитесь и какой порядковый номер в очереди у вас. Все. И вы будете видеть, как эта очередь продвигается. Все, что касается маркетинга, это сложная математическая формула, которая зависит от разных факторов. От количества людей над вами, количества людей за вами и так далее. Поэтому просчитывать ее даже не старайтесь. Второй вид дохода на нашей платформе – это бонусы. За прохождение каждого уровня, начиная с 8-го, вам будут начисляться приятные, очень ценные подарки. Итак, за 8-й уровень мы получаем матрицу Просто Гейм. Что такое, смотрите видеоролик, там подробно объясняется. Соответственно, за 9-й уровень вы получаете бонус юнит, 10-й бонус юнит, 11-й бонус юнит. Начиная с 12-го уровня, подарочки уже прям самый сок. Итак, 12-й уровень – Яндекс-станция в подарок. 13-й уровень – AirPods. 14-й уровень – Apple Watch, 15-й уровень – iPad, 16-й уровень – iPhone 12, 17-й уровень – это новенький MacBook Pro, самое главное – путешествие на двоих в любую точку мира. 18-й уровень – автомобиль Hyundai Solaris. И сейчас у многих вопрос, почему не BMW или Mercedes? Мы шли по принципу, что лучше трех человек посадить на автомобиле, нежели одного. Поэтому по маркетингу нам выгоднее больше автомобилей дарить, нежели лучше. Вот, поэтому дареному коню зубы не смотрят, как говорится. Итак, за 19 уровень сертификат на строительство загородного дома в любой точке, где вы захотите. 20 уровень квартира в Санкт-Петербурге. И, наконец, мечта многих
квартира в Москве, 21 уровень. Я всем желаю вам достичь 21 уровня, и это вполне реально, и это несложно сделать. Главное поверить в это, друзья мои, чтобы каждый партнер нашей компании в это верил. Математика очень простая. У нас в странах СНГ живет 220 миллионов человек, не считая всех русскоговорящих людей по всему миру. Так вот, 220 миллионов – это уже без детей. 1% от этого количества – это 2 миллиона 200 тысяч человек. Если вы зашли в нашу компанию, и у нас еще нет 2 миллионов 200 тысяч человек, вам повезло. Вы попали в 1% людей, от которых все начинается. 1% людей – это значит, что эти люди забирают всегда все самое лучшее. Это люди, которые выходят на самые большие чеки. Соответственно, те люди, кто попал уже в 9%, да, то есть уже не 2 миллиона 200, да, то есть, а там 22 миллиона, к примеру, то им уже дойти до этого уровня будет сложнее, но тоже реально. А те люди, которые уже попали выше 9%, в 10, в 11, в 12, им будет намного-намного сложнее дойти до этих подарков. Но тоже реально, друзья мои. Реально, потому что мы одна большая команда, которая формирует единую живую очередь и помогаем друг другу. Все очень просто, друзья мои. Итак, третий вид дохода – это реферальная программа. Трехуровневая реферальная программа. Это возможность зарабатывать просто неприлично большие деньги по партнерской программе. Итак, друзья мои, можете посмотреть, какие деньги можно зарабатывать по реферальной программе. Я сейчас не буду тратить на это время, потому что я подробнейшим образом разобрал в видеоролике стратегия 10-10-10. Это стратегия, как можно использовать нашу реферальную программу на максимум и заработать неприлично большие деньги. Друзья мои, внимание, обязательно. Обязательно смотрим этот видеоролик, можно сразу же следом после просмотра этого видеоролика посмотреть именно его, друзья. Это очень важно. Четвертый вид дохода – это арена. На арене бьются лучшие из лучших, люди, которые на своем примере показывают сотням, тысячам, десяткам тысяч людей и даже миллионам людей, что нет ничего невозможного. Это профессионалы своего дела. Это самые голодные до денег люди. И каждую неделю среди лучших из лучших мы разыгрываем ценные денежные подарки. Пятый вид дохода – это промоушены. Все очень просто. Заходи в раздел «Промоушены», выполняй задание, получай билет, либо это серебряный билет, либо это золотой билет, и участвуй в розыгрыше максимально ценных подарков. Промоушены обновляются каждую неделю, и мы стараемся добавлять максимально креативные промоушены, чтобы они несли ценность для всей команды и компании «Живая очередь». Шестой вид дохода – это джекпот. Джекпот увеличивается каждый день. Но самое важное, как будет разыгрываться этот джекпот? Раз в неделю или раз в месяц, в зависимости от динамики прихода новых партнеров в нашу компанию, мы будем разыгрывать этот джекпот. Каким образом? Мы в какой-то определенный момент говорим «стоп, джекпот», и 100 человек, которые зашли в самом конце, получают этот джекпот в равных долях. К примеру, джекпот 100 тысяч рублей, 100 человек получат по 1000 рублей. Джекпот 1 000 000 рублей, 100 человек получат по 10 тысяч рублей. Согласитесь, круто! Человек только зарегистрировался, только встал в очередь и уже получил свое денежное вознаграждение. Как вы думаете, если ваш партнер, которого вы пригласили в наш бизнес, только зашел и уже получил какое-то денежное вознаграждение, ваш бизнес от этого выиграет? Я думаю, да. Если вы будете в конце очереди и получите этот джекпот, я думаю, что мелочь, а приятно. Я очень надеюсь, что те возможности, которые я вам сейчас показал, вам понравились. И самое главное, я очень надеюсь, что вы их упустите. Друзья мои, принимайте правильное решение, становитесь частью нашей большой команды, частью нашего большого сообщества. Будьте с нами на одной волне. Человек обычно находится в двух стадиях. Либо он деградирует, либо он развивается. Развивайся вместе с нашей компанией. Напоминаю, не забудь посмотреть видео «Стратегия 10-10-10».